нет меня, я покинул Россию. Мои девочки ходят в соплях, и я теперь свои семечки сею на чужих елисейских полях. Кто-то вякнул в трамвай на Пресне, нет, его умотал он наконец. Вот и пусть свои чуждые песни пишет там про Версальский дворец. Слышу сзади обмен новостями, да не то, тот уехал, спроси. Ах, не то, и толкают локтями, и сидят на коленях в такси. А тот, с которым сидел в Магадане, мой дружок еще по гражданской войне, говорит, что пишу ему: Ваня, скучно, Ваня, давай, брат, ко мне. Я уже попросился обратно, унижался, юлил, умолял. Ерунда, не вернусь, вероятно, потому что я не уезжал. А кто поверил тому по подарку, чтоб хороший конец, как в кино? Забирай триумфальную арку, налетай на заводы Рено. Я смеюсь, умираю от смеха. Как поверили этому бреду? Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду.